Прошли в Олимпийском парке и первые официальные заезды болидов. Правда, они были отложены на полчаса из-за разлившегося топлива на трассе. Напомню, главный гоночный день – воскресенье. К этому времени на автодроме установят 3 больших экрана. Смонтируют их напротив главной трибуны автодрома, а также за большим ледовым дворцом, чтобы зрители могли следить за событиями в разных частях трассы Формулы-1. Напомню, Гран-при России проходит во второй раз в истории. В прошлом году победителем гонки стал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».